сегодня. Сегодня. Талантливый, так скромно. Еще пока не поняли, да? Ну, окей, красивый. И что самое главное, без единой пластической операции. Потому что вы сами знаете, что в российском шоу-бизнесе, да не только в российском, звезды со временем вообще совершенно не меняются. А на концерты к ним как ходили школьницы, так и ходят. Причем к одним те же самые уже 40-летние школьницы, как Сергею Жукову. А к другим постоянно новые, как к Диме Билану!